Стабильность, единство, модернизация – это важный триединый вопрос для развития казахстанского общества. Так говорит о Кимобласти Абельгази Кусаинов. Сегодня прошла 14-я сессия Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. В этот раз она приурочена ко дню первого президента. 14-я ассамблея – это особенное событие, так как впервые это мероприятие приурочено ко дню первого президента страны. Участники и члены ассамблеи призвали всех граждан к объединению в осуществлении развития и процветания нашей Родине, к повышению чувства ответственности и патриотизма. На повестке дня вопрос об основных направлениях деятельности областной ассамблеи народа Казахстана в свете задач, поставленных на 19-й сессии ассамблеи народа Казахстана, казахстанский путь стабильности, действий и модернизации. На заседании сессии традиционно присутствовали руководители этнокультурных объединений, государственных органов, заместители акимов городов, районов по вопросам внутренней политики и социальной сферы, а также руководители учебных заведений. Жамбол Жилбаев, заместитель акима области, выступил с докладом об единстве народа, который станет отправным пунктом к процветанию страны. Уже более двух десятилетий наша страна развивается в условиях стабильного экономического роста. Принята стратегия развития до 2020 года. Идется работа над реализацией программ форсированного индустриально-инновационного развития страны. Все эти достижения стали возможны благодаря нашей стабильности, политике гражданского мира и общественному согласию. В ходе заседания были обсуждены актуальные проблемы общества по вопросу о нравственном воспитании молодежи, знании, изучении государственного языка, пропаганда здорового образа жизни. Завершилось заседание награждением активистов. В торжественной обстановке аким области вручил почетные грамоты и награды Ассамблеи народов Казахстана. Аида Ибраева, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.